Ну чё, здорово всем. Следующая номерная часть Принца Персии. Так. Смотрим, что тут есть. Давай начнем. Не так давно я прошел первую часть, принц Персии Пески Времени. Выбираем среднюю сложность, по-моему, я там тоже среднюю выбирал. Ну что, принц продолжается. Посмотрим, что тут. Что это такое было? А куда он поплыл? Что-то я не могу понять. Песчаные такие же твари. Что это за твари такие? Я так понял, это песочные чуваки, которые были в первой части, только какие-то они мелкие. Так, управление такое же. Сначала потренироваться. Лево. Тихо. Ой, они быстрые такие. Одно оружие обучения. Нажмите ЕЕ.
нажал. У меня нет времени, мэр. Какой принц быстро стал, а? Не, куда ты? Нифига. Уничтожить его! Блин. Все, да. Куда ты? Куда? Сюда? Здесь взорвалось? Нет, поднимайся. Или куда? Так, то же самое, да? Перекат. Плюс это. Движение. Правая кнопка. Левая кнопка, стоя лицом в колонии. Ух ты. Получилось сделать такое. Так, хп мы восстанавливаем точно так же. Водичкой. Ну и заставка. Сумасшедший какой. Не, ну после всего того, что я пережил в первой части, это еще нормально. Следующий. Ни хрена, она такая резкая. Одно оружие обучения. Нажмите Е, левая кнопка. Е, левая кнопка. Мой меч зовет вас. Голову с носом. Это что такое? Прыжок. Левая кнопка, левая кнопка. А чё в принципе пески тянут? У меня ж нет кинжала с собой. Это чё такое за прикол? Как так? Я что-то понять не могу. Тебе никогда не добраться до наших берегов живым. Да, тебе остается только уповать на это. Я еле успел бок поставить. У тебя не богатый выбор бежать. Следующий. Как это может быть? У тебя не богатый выбор. Бежать или умереть. Ах ты, сука! Согласен. Блин. Ну и комбо у нее, а? У тебя небогатый выбор. Бежать или умереть? А, давай, давай. Следующий. Похоже, императрица переоценила твои способности. Императрица? Кто? Воу. Вау. Ни хрена. А я ее почти загасил. Остров времени.
место, где был... О, давай посмотрим, может расскажут историю. Я не пойму, куда принц плывет, зачем и почему к нему тянется песок. Если кинжал он отдал Фаре в конце. Магараджа? Отец Фары, что ли? Something terrible happened when our army traveled to the Maharaja's palace. Вот. Да. Так. Worse. I opened them. Открыл, да, было дело. I was forced to kill those I fought beside. Those I had loved. But now an unstoppable beast chases you. For the first time in my life, I'm afraid. And you will die. I use the sands themselves to reverse time, да, making it as да. If the hourglass was never opened. Да, правильно говорит. The beast, the Dahaka, is the guardian of the time. Dahaka, страж потока времени. You were supposed to die. Аргумент такой предъявляет. And see to it that you meet your fate. It is better to try than to wait here for death. Madness. Even if you manage to reach the island, you'll still have to face the Empress. Императрица опять про нее говорит, и старик тоже. I will travel back in time and prevent the sands. Все, я понял. If there are no sands, the Dahaka will have no quarrel with me. Go then, my prince. But know this: your journey will not end well. You cannot change your fate. No man can. Да, это до похода, да, вернее, до отплытия он с этим стариком общался, и он его просветил, что есть страж времени, который будет гоняться за тобой, что ничего не изменить. И отправляйся на остров времени, туда попробуй что-то изменить. А там, на острове времени, императрица какая-то загадочная. Вот, собственно, принц и поплыл. Все, я понял, все, лор открывается. Очень хорошая, как всегда, как сцена заставки шикарная, просто. Мой меч пропал. А, палочка. Так. Ходите. Но мне все равно непонятно, почему, что это у меня с управлением, в другую сторону поворачивается экран, может это? Навигация, может инверсия стоит? Ну все, сейчас нормально, справился. Пьем водички здесь. Моя команда. Все погибли. Я найду того, кто сделал это. Да, я тут все разбито к херам. Да, уйди. Лучше перебить эту херню. Идите к уступу, чтобы забраться на него. Здесь что? Ничего там нету? Ничего. А, нет, подожди. Что это? Открыты новые материалы. Да я помню, как на уступы забираться. Я прошел Принц Персии. Я прекрасно помню прыжки, как подниматься. Это очень хороший дало опыт. Поэтому я не вижу никаких проблем. Движение удерживайте. Фонтан тут тоже есть. Только у него, смотри, сохранить игру можно. Убрали контрольную точку, которая была такая, светилась из песка, где можно было сохраняться. Поставили вместо этого фонтанчик. Ну, в принципе, чё? Ну, нормально. В принципе, какая разница. Видно, что тут где забраться уже. Не вижу, вроде графика такая же, может быть чуточку получше стало.
Мне нравится, что я установил сюда патч, который добавляет разрешение мое 1920 на 1080. Я могу в нем играть нормально, комфортно. И посмотрим, какие будут ролики для Ютуба. Не 4 на 3 соотношение, как было в принце. Ну, тут очевидно, куда бежать, все рисует игра тебе. Ебать. Ну. Все. Я случайно нажал прыжок и в сторону. Повторил. Да. Ну. Твою мать. Все равно не дает мне покоя вопрос. Как к принцу притягивается песок времени, если у меня нет кинжала времени, а? Это как так? Я хочу в интернете почитать эту тему, узнать, почему так. Принц что, стал... А, блядь, подожди. Я припоминаю, что в какой-то серии, когда играл, он говорил, что он... Или когда Фаре кинжал отдал, или когда у Фары забрал его, что он говорит, что я не пон... Ну, чувствую песок. Он говорит, сам... Он был без кинжала на тот момент, принц, да. И он говорит, я чувствую пески. Не... Она говорит, типа, а как так, типа, ну, как так может быть? Он говорит, я, типа, не понимаю, не знаю, но я, говорит, их чувствую. Вот, это что-то где-то тут связано. Так, тут по колоннам очевидно все. Так, ну, давай, наверное, вот так. И потом на эту колонну. Ну, все просто. То, что было, когда в конце «Принц Персии. Пески времени», особенно когда у тебя пропадает кинжал времени, и у тебя одна попытка, о, вот это да. Уничтожить его! Прыжок и Е, да? Что это за озвучка такая? Ой, красиво. Что-то с них выпадает. Эту штуку можно поднять. Правая кнопка мышки. D. Это обзор. R. T. Z. X. Оружие лежит на полу. Я его хочу поднять. Его можно взять? А карта есть на таб. Доберитесь до входа в крепость. Настоящая. Я сейчас на берегу еще показываться. Так. Давай пос... Что с писакомбо? Правая рука, левая рука. Значит, все-таки можно оружие брать. Удерживать, схватить ударом, акробатика, скок от врага. Да-да-да-да-да. Вот только надо понять, как его поднять. Идти вперед, кувырок, прыжок. Ходьба по стенам, атака мечом. Взять, атака вторым оружием Е. Или кнопка мыши 3. Фигушки. Он не берет. Не берет, не хочет. Или может это не то, я смотрю. Возврат замедления R, правый shift, альтернативный вид, восстановление камеры, карта. Подобрать, сбросить. С. Ну-ка. Да, смотри, все, я поднял его. А как бить им? Е. Все, Е это удар второстепенный, а это палкой. Надо, ну... Так, ну тут очевидно, что по стене бежать надо. Не удерживая правую кнопку. Я это все прекрасно помню. Прекрасно помню. Не кончи его! Какие же вы слабаки! Что?
офигеть. Откнись. Давай мне свою штуку. Так. Крепость вход, настоящая. Тут вот есть какой-то уступ. А, вот вижу, можно захватиться. Да, вот кусочек. Нет никого? Ну ладно. Вот она, да, эта крепость. Давай. Я знаю, что ты там. Покажись. Там, откуда я пришел, мы сражаемся лицом к лицу. И если наш враг безоружен, мы предлагаем ему меч! Убить его! Паучий клинок. Это древний меч, хорошо известен на этом острове. Используйте его для тройной атаки. Кнопка мыши левая 3 раза. Так. Топорик, вон меч какой-то. Смотри, их можно кидать. Целиться пока надо. Так, сюда, да? А, нет, стой. Подожди, не сюда. Тут вроде камера получше отзывается. Фонтан. И убрали дурацкую штуку. Дурацкую штуку — это когда принцем ты убиваешь определенное количество врагов, то он эпично за спину закладывает свой меч. Тупо. И все. Это типа как катсцена. Каждый раз после каждой стычки с врагами. Это под конец напрягало уже реально. Так, ловушечки, да? Смотри, там тоже есть оружие. Кидаем. Не попал, возьмем вот эту штуку. Ну, может, она лучше, я фиг ее знает. Оу. Здравствуй. На. Кто это? Жесткий такой. Ниже вы, слабаки! Из ворон состоит этот чувак. Ну, я видел здесь подъем, вот он. Колонна. Тебе нужно быть настойчивее, если ты хочешь победить меня. Бегите, пока еще можете.
Блин, нифига у него такие удары размашистые. Ты видел, подсечку сделал. Два, три, еще удар, четыре. Какой он жесткий-то, да? Да, это точно. Вот это интересно. Ха! Я чувствую ваш страх! Так. Вы заплатите за это. Блин, толку, я его вот так разбивать он на вороны просто и все. И здесь есть что? Нет? Ничего тут нету. Разлетается на вороны и все. Не жаль, что ты сдаешься так легко. А теперь куда? Это уступ, что ли? Да, это уступ. Из-за вот этого кусочка, где я сейчас стою, я увидел, что это уступ. А, смотри, над головой тоже есть. Я, кажется, разгадал тактику его. Тихо. Я чувствую ваш страх. Все, да? Пески. Внизу маленькие гады. Фонтанчика я не вижу, это плохо. Я вот не пойму, пески что, не работают, что ли? Они просто есть. По флагу. Я подвела императрицу! О, это было жестко. Классная музыка также. Ну все, все нравится. Все, в принципе, идеальное продолжение, пока как я погляжу. Вроде камеры дебильной и фокуса на врагах такого нету, как было. Там, что теперь, куда идти? Вот вижу небольшой выступ. Окей. Дальше куда? Толку. А, подожди, вот это что? Блядь. Да, можно подняться. Сука. На. Отступить! Перегруппироваться! Хорош херню пороть. Ну тут я уже вижу куда. Тут уже тогда мы с вот так перейдем. Угу. Ловушка заключенная какая-то внизу. Нет, рабочие все еще. Так. Зажимать кнопку не надо, нет. Разрушена крепость. Настоящая.
А что, есть будущее и прошлое, что ли, еще? Так, давайте-ка, наверное, здесь сейчас серию закончим, первую, по принцу. Пока мне все нравится. Все отлично. Прямое продолжение. У меня были вопросы, большинство из них теперь отпали. Вот, остался пока один-единственный вопрос, каким хреном принц втягивает в себя пески времени. Вот, всем спасибо за просмотр, всем пока.